Страсти в Киеве кипят и по следам выборов в парламент. Результат: в одном из округов попытался спорить кандидат от партии Порошенко. Вместе с другим участником кампании они собрали пресс-конференцию. Но продолжалось она недолго. Выступление прервал звон разбитого стекла. В помещение взломилась и группа неонацистов. Они принялись забрасывать кандидатов нардепа яйцами. Присутствующие безуспешно пытались защититься стульями. Экстремисты сбили двух сотрудников информагентства и быстро ретировались, как только явились полицейские. Задержать удалось лишь двоих.